Несмотря на то, что сериал «Мавританская любовница» – очень успешный проект, результат игнорирования сценарной критики, которую зрители высказывали на протяжении нескольких недель, проявился в рейтингах. Те, кто видит результаты 41-й серии, вышедшей в эфир в пятницу 13 октября, понимают, что катастрофа приближается. Произошла серьезная потеря лояльной аудитории сериала. Потому что зрители не удовлетворены сценарием второго сезона. Многие считают, что новая сценарная команда вступила в изменения, не обратив внимания на ситуацию, в которой оказались герои первого сезона, и это испортило магию сюжета. По этой причине критика сценария не прекращается уже несколько недель, и теперь эта ситуация проявилась в серьезном падении рейтингов. С нетерпением ожидая, как команда сериала «Ялы Чапкисы» будет исправлять ситуацию со сценарием, следует отметить, что падение может продолжиться. Критика в адрес сюжета сериала и внезапное и катастрофическое падение рейтингов привели к большой деморализации. Однако приходят и хорошие новости. Сериал «Яли Кэпкизи» с Сафрой Сарасуглу и Миртом Рамазаном Демиром в главных ролях начал проявлять себя как проект, быстро распространяющийся по всему миру. Гордостью для команды стало то, что сериал, чьи международные продажи прошли очень успешно, будет транслироваться в новых странах. Сериал «Яли Кэпкизи», который начал распространяться в африканских странах, как стало известно, будет транслироваться в Танзании, Кении, Руанде, Бурунди, Малави, Гане, Уганде, Ботсване, Замбии и Зимбабве. Сериал «Яли Кэпкизи», который транслируется более чем в 40 странах, включая Европу, Ближний Восток и Центральную Азию, является одним из самых популярных турецких продуктов за рубежом в последнее время. Вопрос о том, что сериал продается за рубеж по цене около 600 тысяч долларов за серию, ранее уже поднимался в прессе. Зарубежным успехом сериала «Яли Кэпкизи», рейтинги которого падают, а критика в адрес его сюжета растет, добавляются новые.